В Центральной городской библиотеке прошло очередное собрание руководителей культурных учреждений Серпухова. Присутствовала на нем депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова и рассказала о своей работе за 2023 год. Московская областная дума еженедельно принимает законы, направленные на улучшение качества жизни жителей нашего региона. И, конечно же, большой упор делается на поддержку СВО и их семьи. На встрече обсудили и реализацию наказов избирателей за прошлый год. В рамках инициативного бюджетирования в прошлом году Татьяна Корзубова направила 10 миллионов рублей на свой избирательный округ. Благодаря этому у парка в Серпухово появился новый грузопассажирский автомобиль, а у клуба «Равные возможности» – микроавтобус с подъемником и спортивное оборудование. Кроме этого, в образовательные учреждения Серпухова продолжает поступать новое оборудование. За 2023 год Татьяна Корзубова провела более 300 встреч с жителями. По возможности оказывала им адресную материальную помощь.